Блокчейн США обеспечит кибербезопасность. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об обороне. Он включает в себя и вопросы использования технологий блокчейн. Причиной добавления инновационных технологий в документ являются их потенциальные наступательные и оборонные возможности. Планируется, что будут проведены исследования возможности использования блокчейн в преступных и экстремистских целях. Будут разработаны пути предотвращения подобных правонарушений и изучена возможность внедрения инноваций в работу американскими федеральными службами.